Всем привет, друзья, с вами снова Вилли. Сейчас произошла небольшая курьезная ситуация в автошколе. Ехали уже сейчас в городе, по городу ехали, и перекресток был. Горит желтый, сейчас включится красный. Я решаю тормозить. В принципе, мог бы и проехать, но я решил затормозить. Потому что он все время на меня ругается, что я пытаюсь в последний момент проскочить. Я думаю, ладно. В этот раз я сделаю так, как он любит. А он сзади меня едет, инструктор. Я по тормозам, передний, задний, бац, он меня сзади, ба-бам, на своем мотоцикле. Короче, начал орать, типа, хули ты тормозишь и все такое, блядь. Я ему слушаю, говорю, ты вообще, блядь, держи дистанцию, Короче, возмущался, потом уже, когда доехали до школы, уже остановились, все. Тут, что ты, блядь, тормозишь? Я говорю, а хули, я решил затормозить, это мое решение, блядь. Я посчитал так вот, решил, все. А то, что кто-то там сзади, блядь, не соблюдает дистанцию, меня вообще не ебет, нахуй. Вроде как, а что? Понимает, что виноват, Самое палево, что это инструктор, блядь. Да. Ничего, он как бы поначалу немножко возбудился эмоционально. Из-за своего мотоцикла запереживал. Там ничего не было у него. Даже царапин не было. Потом сейчас успокоился. Так что вот такие вот дела. Сегодня катались за городом, повороты отрабатывали. Типа серпантинов. Ничего, так классно. Понравилось мне. Следующая покатушка — автобаны. Потом ночная. И 14-го уже все. Мне подтвердили, что 14 числа экзамен. 14 июля. Это уже официально все подтверждено. Так что уже какая-то ясность есть. Зашибись. А то жил в неведении. Так, я вот думаю, блядь, может текстильную эту экипировку взять. Хотя вот сегодня у нас жарко, градусов 30, я в коже, и вообще нормально, то есть как бы не жарко. Думаю, все равно, может быть, на лето какие-нибудь штаны текстильные, легкие, летние, или джинсы взять, чтобы можно было иногда и нормальные, как бы, кожа надеть. Хотя, блядь, возьмешь сейчас джинсы нормальные, с защитой, я имею в виду, тогда и кожан захочется такой, чтобы такой нормальный и с защитой был. Посмотрим, подумаю. Или уж дождаться, когда на права сдам, когда уже мотоцикл будет непосредственно. Тогда можешь взять. Не знаю, я сейчас так размышляю. Мысли вслух. Сейчас домой приеду, надо визор почистить. Как он называется? Визор, визир? Хер его знает, неважно. В общем, он сейчас весь в мухах. В мошках. Пока они там не присохли намертво, надо его очистить. А то потом отцарапывать придется. А так все прошло нормально, классно. То есть, если не считать вот этого легкого инцидента. Он сам виноват, реально, блядь. Едет так плотно, что я по тормозам, и он не успел оттормозиться. Но я его немножко подъебнул, говорю. По дистанции надо соблюдать. Ты чё, блядь, так близко едешь? Ай-яй-яй. И хуй ведь возразишь тут, блядь. Посмотрим сейчас, лишь бы подлянку на экзамене не сделал. Не замстил мне. То сейчас затаит на меня злобу. Да. 4 часа мы катались. Представляете, 4 часа. Обалдеть, у меня только спина, руки вообще нормально. Вот жопа, блядь, квадратная.
надо притормознуть сейчас. Ладно, ребята, давайте, если что, пишите комментарии, там, ставьте лайки, дизлайки, но я сейчас включу музычку и послушаю. Я бы, конечно, включил музычку и поехал бы вместе с вами, но вы ее будете тоже слышать, а это, знаете сами, копирайты и все такое, YouTube может не одобрить. Вот такие вот дела. Ладно, все, всем пока.